Не могу не показать еще одного места, друзья, но оно мне очень памятно, потому что именно здесь я учился искусству слова. Вот, и вот даже там есть табличка: факультет филологии и массовых коммуникаций. Вот именно этот факультет я и заканчивал. Ну, он менял название, одно даже время именовался Институт филологии и массовых коммуникаций. Здесь же исторический факультет, откуда вышли очень многие забайкальские там политологи, политики. А вообще это здание историческое, это Читинская женская гимназия. И я вот сейчас опять перенесся на 100 лет назад, на 100 и больше. Вот, и представляю, как здесь выходили барышни в таких вот форменных платьях с фарточками, а зимой в шубках с муфточками ходили, расходились. В общем, здорово это все было. Все это куда-то ушло. Исторических-то зданий много в Чите. Вот, допустим, тоже. Не все они, конечно, поддерживаются в идеальном состоянии. Но я думаю, вот эти-то уж никуда не денутся. И будут они в свое время отреставрированы. Тут двери даже сохранились. И крылечко. Ну все, друзья, это было такое короткое включение. И я решил вам еще показать кое-что, чего нет, наверное, ни в одном городе России. Я покажу вам маленького Ленина. У нас в Чите здесь ходят даже такие анекдоты, потому что когда молодых людей спрашивают, кому вот этот памятник посвящен, кто говорит: Чернышевскому. Кто там еще чего-то придумывает. Вот, но он действительно такой уникален. Сейчас я... Он здесь, за углом. Это улица Бабушкина. Так выглядит вот задний двор. Он вот сейчас никак не задействуется. Раньше здесь вот, видимо, была волейбольная площадка. Такой хоздвор. Конечно, можно было его превратить в парк и открыть для людей. Но почему-то у нас такие территории. Вот даже сделали такой мостик, друзья, смотрите. Какая-то попытка чего-то сделать. Такая неказистая, но попытка. Вот такие территории, они должны быть тоже как-то задействованы в городе. И было бы здорово. Так. Ну вот, собственно, этот памятник.
Вот. Ничего не написано. Вот. Кто это? Как-то так вот, никакой таблички. Даже коммунисты, и то они не ходатайствуют, чтобы здесь как-то обозначили. Памятник, в принципе, хороший. Володя Ульянов, гимназист. Может, даже еще в то время, как бы его тут запечатлело, когда он еще был верующий, и у него по закону Божьему было одни пятерки, или там отлично, да, ставили. Вот, это потом он уже снял крест, его растоптал и, ну, стал последней сволочью. Вообще, я считаю, что последней сволочью на земле он даже стал. Вот, а сейчас в этом здании расположен факультет культуры и искусств. Ну, само здание тоже. Тут циркули, треугольнички. Вообще неплохое здание, мне он очень нравится. Конечно, требует оно тоже ухода, заботы, реставрации. Вот, ну вот. Ильич. Вот такой вот он. Целеустремленный. А, ну что, друзья? Вот теперь действительно, наверное, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мой канал вообще-то о чем? Об Анапе. И в конце я всегда даю ссылки, чтобы вы посмотрели на Анапу и узнали историю моего переезда туда. Пока!